Представим себе ситуацию, в которой ребенку отказано в конфете. Ему говорят, если ты съешь конфету, то не будешь есть конфет целый год. Ну или, может, мы тебе заклеим рот скотчем. Что рождается в ребенке в этот момент? В нем рождается революционер. Он пытается употребить свою свободу для того, чтобы разрушить все запреты и все препоны. И поэтому он будет бороться за то, чтобы реализовать свое желание. В итоге мы получаем человека, который вечно недоволен, который упрям и угрюм. Но что Господь говорит нам? Как нам нужно кодироваться, как нужно перестраивать свою жизнь, чтобы избавиться от некой зависимости? Мы должны поститься. Пост — это состояние, когда человек сам ограничивает себя. Он видит последствия, и он боится наступления их. Поэтому он просит, чтобы Господь дал ему силы управлять собой. Это тоже как автомобиль, если вдруг у него откажут тормоза, он становится неуправляемым, и его ждет катастрофа. Так и человек, который не запретит сам себе, никакие внешние факторы и заклинания, и кодировки ему помочь не смогут. Начинать нужно с себя.